Конечно, новенькая. Я знаю, что нельзя. Я тут от силы, но не от силы, ладно, я уже, наверное, 2 недели ведущая. Середина месяца, по-моему, где-то только пришла. Не была ведущей. Здравствуйте, человек на кресле. Что за чудо, Ники? Я говорю, я была донатер. Шла, подонатила. И потом меня затянуло. Нашла хорошего куратора. Я не стесняюсь. У нас хорошая семья. Я поддерживаю друг друга. Мне понравилось. Решила остаться. Я говорю, я чисто так покидать заходила. Я и зашла. Я зашла чисто к начинающему ведущему, чтобы немного поддержать. Привет, Поварёшка ТВ. Привет, Рус. Почему идиот? Не было бы тебя, не было бы нас тут. Я вообще думала, что тут донатеры, это типа профессия, и они что-то с этого получают. Но мне сказали, что нет. Это просто люди занимаются благотворительностью. Видимо, у тебя есть на это возможность. Ну, знаешь, типа, чем больше отдаешь, тем больше получаешь. Но это не точно. Да, Леонид, жаль. Спасибо, Чебурашка. Ну, типа, может, тебе в жизни там что-нибудь бумерангом возвращается. Добрым.
Ну, для кого-то же ты полезный, помогаешь. Серьезно, у тебя пальцев нет. На одной или на всех? Я думаю, что у меня звезда закрылась, а это новый день. На правой. Давно нет. Я не знаю, Чебурашку. Я сама ищу чайник. У меня не было випа. Леонид, это очень грустно, печально, сочувствую, спасибо, хищник, спасибо большое, Чебурашка, спасибочки, мне очень приятно. Спасибо большое, Чебурашка. Хоть кто-то. Каждый день бы так. Ну, желательно, да. Я бы сама еще каждый день стабильно приходила, сидела. Я так стараюсь каждый день приходить. Ну, что-то 2 дня я посидела, вообще так тухло было. Я не знаю, во сколько, если честно. Наверное, буду вечером выходить. Может, и днем. Как мне сейчас ребенок будет давать выходить. Потому что пока она болеет, в садик она не ходит. Надо успевать. Пока она спит,
Или пока она занята каким-то делом. Сидеть. Котиков. 28 мне. Доброй ночи, Леонид. Три года. Годик. Да, я большая. Нет. Что такое шат сиронес? Я была замужем, я бы что тут сидела? Ничего страшного. Мне хватит одного. Ой, ну попробуй. Не уверена, что тогда получится. Но можешь попробовать. Ладно, надеюсь, что я уже просидела свое время. 3 часа. Но это не точно, конечно.